Тех, кто собрался в актовом зале Одинцовской лингвистической гимназии, можно без преувеличения назвать единомышленниками. Их общая задача – дать всем детям, которые по разным причинам остались без попечения родителей, новые семьи. Потому что полноценное воспитание ребенка возможно только в семейных условиях. Действительно, сегодня день добра. И атмосфера в этом зале царит доброжелательная. Почему? Потому что нам радостно на душе. Потому что все ребята сидят вместе с родителями. У них семья. И мы этим гордимся. В этом году 50 ребят обрели новые семьи, а 32 молодых человека, воспитанных приемными родителями, достигают совершеннолетия и отправляются в непростой, уже самостоятельный путь по взрослой жизни. Они прошли школу семьи, и они имеют возможность повторить в своих семьях, в своих жизнях те традиции, те правила, которые заложены в них вами. Я хочу пожелать вам всем здоровья, я хочу пожелать вам всем добра, и хочу пожелать, чтобы ваших сил хватало на то, чтобы каждому человеку, каждому вашему ребенку, каждому человеку, который около вас находится, нести добро, любовь и хорошее настроение. Усилия опекунов, попечителей и приемных родителей не остались незамеченными. Руководитель Одинцовского управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области Наталья Снегирева благодарила их лично. Традиции много значат в нашей жизни, а такие добрые традиции ценны вдвойне. В этом году праздник «День рождения добра» проводился в Одинцовском районе уже в 17-й раз. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».